Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Заслуженные награды и дипломы российского и международного уровней. Самарский пивзавод отметил свое 140-летие. Решение, которое устроило все стороны. В детскую поликлинику на Революционной вернутся врачи-педиатры. Чтобы не заболели и без проблем перезимовали, сотрудники самарского зоопарка готовят животных к зиме и составляют новый рацион питания. В Самарской области в ближайшее время планируют открыть новые знаковые объекты и общественные пространства. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Уже 15 сентября свои двери распахнет новый дворец спорта в Самаре. Еще одной культурной точкой на карте региона станет филиал Третьяковской галереи. Помимо самого здания откроется и парковый комплекс. В порядок приведут заброшенную территорию, прилегающую к музею. Дмитрий Азаров также отметил, что за последние несколько лет в губернии возвели 50 детских садов и 9 школ. В этом году открылись 2 новых образовательных заведения. К концу года планируют открыть еще 2. Новые школы, конечно, это совершенно другой уровень. Это, что называется, и не снилось. Мне, например, когда я был школьником, это самое современное оборудование, это высокотехнологичные материалы и принципы организации пространства. Знаете, все условия – спортивные залы, тренажерные залы, компьютерные классы, лаборатории оснащенные. Пивзавод отметил 140 лет. Торжество прошло в Самарском театре оперы и балета. Поздравить с юбилеем предприятия прибыли областные и городские власти. На церемонии награждения лучших сотрудников завода побывала и наша съемочная группа. Пивзавод – одно из старейших предприятий 63-го региона. На протяжении 140 лет его продукция заслужила награды и дипломы не только российского, но и международного уровней. Сейчас здесь производят больше 7 сортов пенного напитка со своей историей. Еще что радует? На сегодняшний день, если кто еще не знает, 140 лет – это не просто здание, а 140 лет беспрерывной работы предприятию по профилю. Аналогов таких не только в Самарской области, но и в Российской Федерации практически нет. Поздравить юбиляров в этот день приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я от всей души поздравляю предприятие славной традиции. Предприятие, которым мы гордимся и сегодня. И спасибо вам за то, что мы можем гордиться качеством вашей продукции. Бывая в разных городах нашей страны, всегда знаю, что этот бренд узнаваем. И за качество стыдно не будет. За многолетний и добросовестный труд дипломы и грамоты вручили сотрудникам предприятия. В церемонии награждения приняла участие глава города Елена Лапушкина. Я хочу пожелать вашему предприятию, конечно, стабильности, конечно, развития, новых рецептов, а всем здесь присутствующим здоровья, счастья, добра вам, вашим семьям и всему нашему региону и, конечно, городу. С праздником! За год на предприятии производится 700 миллионов литров пива. Работники завода продолжают сохранять традиции производства хмельного напитка. Здесь идут в ногу со временем, внедряют современные технологии и модернизируют оборудование. Андрей Горгуленко, Мария Илчан, Константин Головин. События. Оценка качества от специалистов и жителей. В Самаре принимают дороги, обновленные на средства соответствующего нацпроекта. В эту среду общественники вместе с экспертами проверили результат ремонтных работ на проспекте Кирова, где от улицы Победы до заводского шоссе велось комплексное благоустройство. Сергей Кизоркин расскажет подробности. Председатель ТОС Татьяна Мотова в своем микрорайоне считается главной. За хозяйством следит, стараясь все держать в чистоте и порядке. На субботники вместе с жителями выходит всегда. Говорит, если раньше тротуары на проспекте Кирова убирать было неудобно, то теперь картина кардинально изменилась. Тротуары все были разбиты, жители очень много жаловались, невозможно было пройти. Постоянно были, грязь была, вот, дороги были разбиты, автомобилисты жаловались. Спасибо большое, то, что сейчас отремонтировали проспект Кирова. Сейчас он в идеальном состоянии, тротуары все сделаны, ну, порядок наведен. По гладкой и ровной дороге рады ездить и автолюбители. Хорошая дорога, настроение хорошее, удовольствие, спасибо скажем.
Оценить качество ремонта дороги по проспекту Кирова народным контролерам помогают специалисты муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Курвиметром измеряют длину отремонтированных тротуаров и автодороги, сантиметровой рулеткой их ширину, рейкой, как ровно закатан асфальт. Улицы, отремонтированные в этом году в Самаре на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», специалисты планируют проверить до середины сентября. В частности, сегодня приемка велась в районе пересечения Кирова и Физкультурной. Сроки, потому что у нас сжаты, и чем быстрее мы это все проверим, тем лучше. Поэтому мы проверяем все качество, народу хватает, все в норме, в отличном состоянии. Нормативы все соблюдено. Проспект Кирова от улицы Победы до заводского шоссе ремонтировали комплексно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Асфальтобетоном ЩМА 16 ПБВ закатали 39,5 тысяч квадратных метров проезжей части. А также обновили тротуары, заменили поребрики, привели в порядок газоны и внутриквартальные проезды. От улицы Теннисной до заводского шоссе у трамвайного полотна выложили бортовой камень. Работы были выполнены согласно там, требованиям ГИБДД вот, для меньшей аварийности на данном участке автомобильной дороги. Кирова дорога, она закончена раньше установленного срока, приблизительно на месяц. Сейчас производятся работы по приемке выполненных работ. Замечания были, но не критичные, соответственно, которые очень быстро мы реагировали и, соответственно, выполняли и устраняли установленные нам сроки даже раньше. Эксперты отметили, если в ходе приемки ремонта самарских улиц будут обнаружены недочеты, их отразят в предписаниях подрядным организациям, которые обязаны будут устранить все дефекты за свой счет. Затем последует повторный контроль качества. Если все будет в норме, объекты примут в эксплуатацию. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, события. В детскую поликлинику на Революционной вернут врачей и педиатров. Напомню, после ремонта здания там оставили только специалистов узкого профиля, а детских врачей переместили в другое отделение на Новосадовую 34. Пациенты стали жаловаться, что добираться неудобно, и попросили вернуть врачей в прежнее здание. За помощью обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну и министру здравоохранения области Армену Беняну. Тему продолжат наши корреспонденты. Мама двоих детей Наталья Пожидаева пришла на встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном не одна. Множество семей, проживающих в Октябрьском районе, оказались в непростой ситуации. После ремонта здания в поликлинике оставили только специалистов узкого профиля, а педиатров переместили в другое отделение. Возить туда детей неудобно, отметили родители маленьких пациентов и попросили вернуть врачей обратно. Добираться туда очень тяжело. Народу много, сейчас идет пандемия, и очень опасно возить ребенка, маленький заразится, ему ни маску не оденешь. Мы хотим, чтобы нам сюда вернули наших педиатров, потому что к педиатру обращаемся мы, по крайней мере, за год раз 6-7, а к узкому специалисту мы можем за год сходить всего лишь раз, а может быть и ни разу. Армен Бенян пообещал, что руководство детской больницы предпримет все необходимые действия, чтобы воссоздать предыдущую модель работы, когда в одном здании были сосредоточены все нужные детям специалисты. Причем половину коллектива врачей переведут обратно в ближайшие 2 недели. Была продемонстрирована забота о жителях. Мы пошли навстречу их пожеланиям. Проведем определенную реорганизацию. Постараемся так, чтобы и участковая сеть была сохранена, и выстроим график узких специалистов. Принцип человекоцентричности, когда главная цель человека и его проблемы, здесь должен быть как нигде реализуем, поскольку мы говорим именно о системе здравоохранения, не просто о здравоохранении, а о детях. И, конечно, самим родителям лучше знать и понятнее, виднее, как им удобнее. Прежняя модель работы детской поликлиники на Революционной 89, когда кроме узких специалистов пациентов будут принимать и педиатры, возобновится в полном объеме до ноября. А в конце сентября к работе приступят уже 4 участковых врачей. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Впереди вас ждут новости экономики. Расскажет о них Виктория Шаре. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Рынки, торгующие стройматериалами, проверят, с чем это связано. Федеральная антимонопольная служба подозревает их в завышении цен. Стоимость некоторых товаров за месяц выросла на 15-20%. Но сначала о курсах валют.
Курс доллара на 9 сентября 73 рубля 44 копейки. Евро 86 рублей 91 копейка. Нефть марки Brent торгуется на отметке 71 доллар 93 цента за баррель. Федеральная антимонопольная служба предупредила об инспекциях на рынках стройматериалов из-за роста цен. К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, битума ведомство подключило все территориальные органы. Это связано с большим количеством заявлений об удорожании продукции. О продолжающемся росте цен на стройматериалы сообщал и Росстат. Так, по итогам июля его эксперты зафиксировали существенное удорожание металлургической продукции. Продукции, используемые в строительстве. Цены на некоторые категории за месяц выросли на 15-20%. Неметаллическая минеральная продукция подорожала почти на 3%. При этом результаты мониторинга показывают, что сейчас на внутреннем рынке есть условия для снижения цен, считают в ведомстве. Россия намерена обойти Швейцарию и войти в топ-10 экспортеров шоколада, заявили в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности. Сейчас Россия находится на 11-м месте. За последние 5 лет поставки кондитерских изделий выросли вдвое. Так, в 2020 году Россия поставила более 300 тысяч тонн этих сладостей, поэтому у нее есть все шансы войти в топ-10 экспортеров. Сейчас Россия является лидером поставщиков шоколадных изделий в Китай. По мнению экспертов, отечественное производство и экспорт кондитерских изделий, в том числе шоколадных, является одним из примеров того, как промышленность, используя импортное сырье, смогла обеспечить производство и экспорт брендированных продуктов более высокого передела. Минздрав по согласованию с ФАС с начала этого года согласился повысить цены на 32 жизненно важных препарата, среди которых, к примеру, иммуноглобулин. Стоимость лекарств из этого списка регулируется государством. На повышение ведомство согласилось после неоднократных заявок от производителей. Больше всего среди подорожавших препаратов противоопухолевые 10. Также среди них 2 вакцины, 2 офтальмологических препарата и 2 противоэпилептических. Самый дешевый препарат среди подорожавших – отечественный бронхолитик аминофилин. Упаковка из 30 таблеток после повышения цены стоит 13 рублей вместо 10. А самый дорогой – иммуноглобулин. Упаковка этого импортного лекарства подорожала с 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Защитить тех, кто особенно в этом нуждается. В Самарской области особое внимание уделяют вакцинации людей старше 65 лет. В сезон простуд именно они в большей степени подвергаются риску заболеть гриппом и коронавирусом. И последствия для них могут оказаться гораздо более тяжелыми, чем для молодежи. Подробности в сюжете. Жительница железнодорожного района Самары Татьяна Ухалова считает себя счастливой. У нее 2 детей, 4 внука и правнук. Говорит, хочет увидеть, как он вырастет, потому решила сделать прививку от гриппа. Татьяна к своему здоровью относится ответственно. В апреле она уже делала прививку от коронавируса. Говорит, тогда перенесла процедуру легко, не было температуры даже в первый вечер. Теперь решилась защититься от гриппа, тем более, что передвижной мобильный пункт прибыл практически во двор. Я хотела поблагодарить за заботу, которую она вот проявляют, что к нам, к дому, к крыльцу подъезжает машина, нас просят, сделайте прививку, чтобы быть здоровыми. Вот я хочу быть здоровой. О том, что такое коронавирус, Наталья Спиридонова знает не понаслышке. Год назад она переболела ковидом с высокой температурой и поражением легких. Говорит, чтобы не переживать это вновь, решила привиться. Вот и решила привиться, чтобы не заболеть. Брат и 2 сестры уже привились, я осталась одна. И вот сейчас привьюсь. Никуда не ехать, не идти. Рядом с домом вышла я. Вот мой дом, вот окна, вышла и сделала. Мы провели совещание с ФОМСом и всех страховых представителей лечебных учреждений. Прежде всего, точно так же подключили к обзору 60+, плюс еще больные с хроническими заболеваниями. То есть мы сейчас предметно их вызываем, указывая время и день, когда им удобно прийти. То есть именно на эту категорию граждан мы направим все свои усилия. В области прошла акция, посвященная вакцинации жителей пожилого возраста от новой коронавирусной инфекции. Для них рядом с домом работал мобильный комплекс в поселке Шмидта. Кроме того, пожилые и маломобильные граждане могут обратиться по телефону в любой день в свою поликлинику и вызвать мобильную бригаду для проведения вакцинации на дому. Можно привиться от новой коронавирусной инфекции и также можно привиться от гриппа и от пневмонии. Акция называется «60 плюс прививка равно здоровью».
потому что мы понимаем, что это пациенты из наиболее уязвимые для как новой коронавирусной инфекции, так и в целом. Новая коронавирусная инфекция представляет особую опасность для людей старшего возраста. Именно пациенты старше 60 лет тяжело переносят инфекцию, проходят лечение в инфекционных госпиталях и после выздоровления встречаются с последствиями инфекции. Вакцинация минимизирует риски заболевания и при встрече с вирусом помогает перенести болезнь в более легкой форме. Мэри Елчан, Виктория Шара, «События». Тест с 6-минутной ходьбой, КТ легких и сканирование вен на ногах. В Самарской области продолжается расширенная диспансеризация для жителей, которые переболели коронавирусной инфекцией. На данный момент тех, кто перенес ковид в тяжелой и средней форме, 176 тысяч. Как проводят обследование, расскажем далее. Снежана Поликарпова пришла на диспансеризацию после перенесенного ковида. Полгода назад заразилась коронавирусной инфекцией, и вместе с характерными признаками заболевания пришли и другие симптомы. Болезнь ударила по всем слабым местам. Это нервная система, это гастрит, это бессонница усилилась. Все, что у меня было, все усилилось в разы. Поэтому я пришла на диспансеризацию, чтобы избежать каких-то еще более сильных последствий. Теперь Снежане, как и многим, кто переболел коронавирусом, положена расширенная диспансеризация. Она проводится в два этапа. Пациенты сдают анализы крови и мочи, им проверяют уровень холестерина, глазное давление, артериальное, пульс. Также они проходят осмотр у гинеколога, мамолога, делают кардиограмму сердца. Добавились и новые методы исследования организма. Например, сатурация, измерение кислорода в крови, тест с 6-минутной ходьбой, а также дополнительные анализы. Дополнительно проводится общий анализ крови развернутый, это биохимический скрининг, где выявляются риски, плюс выполняются исследования лабораторные, ТТ-димеры. Это выявляется пациентам, кто переболел средней степени тяжести либо тяжелая форма новой коронавирусной инфекции для выявления рисков тромбообразования. Поэтому пациенты, которые прошли данное исследование, оно выше 2-2,5 раза, пациенты направляются на дуплексное сканирование вен нижних конечностей, чтобы, так сказать, найти уже скрытые формы патологии, которые могут привести к острым состояниям. Это инфаркты, инсульты. При наличии показаний пациентов могут направить и на КТ легких. Как самарцы проходят диспансеризацию, проверил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов. В прошлом году из-за пандемии отменили плановую диспансеризацию. В этом ее восстановили в полном объеме. В территориальной программе заложено 1 миллиард 322 миллиона рублей. Дополнительные средства из федерального бюджета с 1 июля выделили и на расширенные медосмотры для людей, переболевших ковидом. В среднем стоимость диспансеризации у нас в районе 2000 рублей, профосмотра 1 896. Это те дополнительные средства, которые придут в медицинские организации. В приоритете у нас первые две группы пациентов – это пациенты с коморбидными состояниями, у кого есть какие-то хронические заболевания. Таких пациентов у нас 176 тысяч. Все списки выверены с лечебными учреждениями и с федеральным фондом. Пациентов приглашают на процедуры работники страховых компаний территориального фонда ОМС, обзванивают и сами поликлиники. Более того, обратиться можно самостоятельно. Расширенную диспансеризацию проводят по записи как в будни, так и выходные. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, «События». В Самаре подводят итоги акции «На дачу без долгов». Компания «Энергосбыт Плюс» подарками поощрила тех клиентов, которые авансом оплатили квитанции за летние месяцы. Среди призов много полезных аксессуаров для комфортного дачного отдыха. Наши корреспонденты продолжат. Мангал с шампурами, посуда для пикника и комфортный яркий гамак – вот составляющие идеального отдыха на своем дачном участке. Все это призы клиентам «Энергосбыт Плюс», участникам акции «На дачу без долгов». Получить один из подарков могли те самарцы, кто авансом оплатил счета за тепло за летние месяцы. Выбрала я шезлонг. Он прекрасно у нас встал на даче, принес большую радость ребенку. Особенно потому, что можно ноги на нем задирать, он перекатывается, положение можно менять. Ну и никогда бы мы, наверное, сами такого не купили. Участвовали в акции почти 2000 самарцев. Призы выиграли 60 клиентов. Это у нас новая акция, которую мы поощряем наших клиентов, добросовестных плательщиков. И для того, чтобы люди спокойно могли весь сезон провести на даче, мы предложили поучаствовать в этой акции, оплатить за услуги теплоснабжающей компании полностью на весь период лета. Информация о победителях акции размещена на сайте энергокомпании. Забрать свои призы для дачного отдыха можно в офисах обслуживания клиентов «Энергосбыт Плюс».
Ольга Павлова, Андрей Гургуленко, Максим Гусев. События. Чтобы не заболели и без проблем перезимовали, сотрудники самарского зоопарка готовят животных к зиме и составляют новый рацион питания. Перед началом холодов многим нужно запастись витаминами. В период сбора урожая каждый желающий может привезти угощение для обитателей зоопарка. В самарском зоопарке Андрей Болтушко работает уже несколько лет. Заведующий акватерариумом не только кормит животных, но и следит за их здоровьем. Перед зимним сезоном Андрей в обязательном порядке осматривает подопечных на предмет самочувствия и заболеваний, чтобы они перезимовали без проблем и ущерба для здоровья. Особое внимание сотрудник самарского зоопарка уделяет рациону рептилий. Для того, чтобы им пережить вот этот нормально, благополучно зимний период, им нужно запастись как можно больше разнообразными витаминами. Ну, то есть, чем разнообразнее корм, тем животные более здоровее. Из-за аномальной жары некоторые животные остались без корма. Сейчас их подкармливают сезонными фруктами и овощами. Ну а птицам достается в осенний и зимний период черноплодная рябина. По словам специалистов, эта ягода содержит в себе много полезных веществ, которые более эффективно поддерживают здоровье крылатых. Например, витамина П в ней вдвое больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в апельсинах и в яблоках. А содержание йода в ягодах черноплодки в 4 раза выше, чем в землянике, крыжовнике и малине. У нас в питомнике содержится много птиц, в том числе птицы, занесенные в Красную книгу Самарской области, это глухари, рябчики. Мы с радостью бы приняли в дар нашим птицам черноплодную рябину, обычную рябину, боярышник. Помочь животным запастись витаминами перед наступающими холодами может каждый желающий. В самарский зоопарк можно привозить овощи, фрукты и ягоды. Для гостинцев организована специальная тележка. Она расположена у ворот. Ольга Павлова, Никита Колосов, Сергей Баскин. События. Сегодня во время исполнения служебного долга в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он пытался спасти сорвавшегося с обрыва сотрудника съемочной группы режиссера Александра Мельника. Соболезнования в связи с трагической гибелью выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что Евгений Николаевич всегда был там, где трудно, где на каждом шагу опасность, где надо быстро принимать необходимые решения. И погиб как спасатель номер один, выполняя свой служебный долг, без колебания жертвуя собой во имя спасения человеческой жизни. Соболезнования близким, друзьям и коллегам в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева выразила и глава Самары Елена Лапушкина, отметив, цитата, «из жизни ушел мужественный и смелый человек, генерал армии, талантливый государственный деятель и руководитель. Как истинный спасатель, он, не раздумывая, пытался сохранить жизнь другого человека любой ценой. Поступок Евгения Николаевича – пример настоящего героизма. Искренне соболезную им, родным и близким, всем, кому выпала честь знать и работать с Евгением Николаевичем». Конец цитаты. Телеканал «Самара ГИС» также выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших. Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставили в Самару. Обычно к святой обращаются как к заступнице семьи и женщин. Молятся об исцелении, помощи в работе и учебе. Многие желающие уже успели приложиться к святыне. Подробности в репортаже Никита Колосова. Жительница Кинеля Елена Щепяк в Самаре бывает нечасто. Но если приезжать в областную столицу, то обязательно заходит в храм Святой Блаженной Матроны Московской. Ну, помогает она. Да, помогает. Я специально подхожу отдельно к Матроне Блаженной помолиться. Так что надо молиться и молиться. Храм в честь Святой Блаженной Матроны Московской находится на Безымянке. Но сюда приходят не только жители района, приезжают со всей Самары и даже из других городов. Этим летом в храм из Москвы привезли мощи Святой Блаженной Матроны. Важно, конечно, не забывать, что мощи, почитание святых, оно все христоцентрично, оно приводит все ко Христу. То есть это самое главное. Через святых Господь подает благодать и помощь. Матрона Московская родилась в 1885 году. Незрячая с самого рождения обладала способностью предвидеть будущее. После того, как об этом даре узнали далеко за пределами деревень, за помощью к ней начали обращаться множество людей. Днем она помогала тем, кто нуждается, а ночью отдавала молитве. Обратившись к людям незадолго до смерти, святая Матрона попросила приходить к ней как к живой и по возможности приносить на могилу свежие цветы. Поклониться мощам Святой Блаженной Матроны Московской в часы работы храма могут все желающие. Святыня пробудет в Самаре еще несколько месяцев. Никита Колосов, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях.
Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи.